Геральт, хорошо, что ты здесь. Готов идти на Дунтынне? Вижу, у тебя готов план. Ты меня посвятишь? Задача нашей вылазки две. Разыскать сестру ее милости и схватить людей, которые шантажировали вампира. Значит так. Дунтынна состоит из нескольких зданий, окруженных стеной. Центральную часть занимает замок. Родерик его недавно отремонтировал. Мы хотим ударить здесь, со стороны главных ворот, и захватить территорию перед замком. Знаешь, сколько людей будет оборонять Дунтынне? Родерик держит при себе небольшую дружину рыцарей. Это не войско, но пара десятков людей наберется. К тому же недавно у него поселилась банда каких-то заезжих наемников. Мы мало о них знаем. Должно быть, это люди-центрийцы. Я встретил нескольких в городе, они пытались меня убить. Мы ударим с двух сторон. Отвлеките защитников. Я зайду в крепость с тыла, найду девушек и позабочусь, чтобы им не причинили вреда. Я перелезу через стену, как только вы начнете бой. Звучит рискованно. Но мне кажется, ты знаешь, что делаешь. Начали. Началось. Быстрей! Берем коней для Родерика и валим отсюда! Если стены не выдержат, мы далеко не уйдем! Не так быстро. Придется изменить планы.